много. Окей? Это position называется закрыт гард. Закрыт гард. Закрыт гард. Окей? Вот так на ломаном русском прославленный борец Джеффри Монсон раскрывает юным спортсменам секреты успешных поединков. Мастер-класс чемпиона мира по бразильскому джиу-джитсу почти для 70 детей, занимающихся различными видами единоборств, состоялся в культурно-спортивном досуговом центре «Ершовская». Мне это нравится. Я сам с ними становлюсь юным. И это дает мне большой заряд энергии и изменяет меня. Да, это не просто, но это замечательная, интересная работа. И я могу видеть результаты. 11-летний Артем из Одинцова давно мечтал увидеть Джеффри Монсона и потренироваться с ним. Наконец, мечта сбылась. Мальчик занимается дзюдо. В будущем планирует стать дипломатом или тренером. А Джефф для него настоящий герой и пример для подражания. Я его один раз в телевизоре увидел, сейчас я за ним наблюдаю. Особенно мне нравится то, что он никогда не сдается. Даже, например, в одной из схваток ему сломали ногу, и он все равно боролся до конца и не сдался, хоть он и переиграл. Он меня еще выиграл, и я с ним, и он на мне испытал прием. Это было круто. Я рад, что мы эту мечту смогли осуществить ребенку. Хотя бы у него останется это в памяти. Среди гостей в зале и титулованный российский тяжелоатлет Михаил Кокляев. Он также помогал в организации мероприятия. Везде, где есть дети, все получилось. Это самое главное, потому что сегодня спорт у нас в большем уже для детей. Потому что вы понимаете ситуацию с Олимпийскими играми. И мы обращаем внимание все больше. И задача Министерства спорта Российской Федерации держать в приоритете уже сегодня не олимпийские виды спорта, и детский спорт. Джеффри Монсон провел с ребятами длительную показательную тренировку, научил их нескольким приемам и дал важные для спортсменов советы. Главный совет – быть активным, заниматься спортом, не бояться проигрывать. Ведь когда вы проигрываете, вы учитесь на своих ошибках. Американо-российский спортсмен признался, что подобные мастер-классы для него не работа, а удовольствие. И именно занятие любимым делом позволяет ему добиваться побед. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, Дмитрий Гаврилин, телекомпания «Одинцова».